Так, ну что, посмотрим, что у нас тут сушилось. Сушился у нас желудок. Да, взяла я, купила аж 20 килограмм его, переработала. Так, ой, даже прилипла вот. Вот так вот насушила. Дверки закрываются у меня. Классная штучка. Вот. Сейчас все повынимаю, потому что, конечно же, все сразу не влазит, естественно, да. Тут у меня 6 таких решеточек, вот, поэтому сейчас дверьку открою, это у меня тоже мои ребятки некоторые выбежали со мной. Мы готовимся идти на улицу, но думаю, сейчас-ка я быстренько вот это все тут быстренько сделаю. Ветерочек у нас такой, но... В основном хорошая погодка сейчас вот. Ой, мой красавчик там сидит, жует. Это я им дала. Немножко у меня осталось вот легкого, совсем немножко вот в этой коробочке, ну, в этом ведерке, да. Что? И ты еще пришла? Ну, хорошо, давай. На всех, конечно же, да, держи, не хватит. Вот, но они втроем тут выбежали, и я решила их угостить. Так, что, ты мой золотой доел? Хотела еще дать. Так, все, пускай он пока кушает. Перебор тоже нехорошо. Так, вот в это ведерко я сложу вот эти вот хорошие кусочки. Смотрите, сделала достаточно такие крупные кусочки. Я люблю все крупное. Ну, для малышей, кто помладше, оно очень легко вот тут высушилось, вообще бомба. Смотрите, ни жирочка, ничего. Для малышей люблю, чтобы было побольше. Потому что им очень удобно. Они прям держат лапочками так и жуют. Разбираю так его. Оно сушится быстро. Быстро сушится. Но я высушиваю достаточно долго. Вот эти кусочки, они такие чуть-чуть потолще. Но они тоже вот полностью высушились. Посмотрите, нет даже вообще жирочка. Отличненько, отличненько. Это какой-то... такой формы. Вот, даже если жирочек был, вот он вообще подсушился. Хорошая вещь, очень полезная вещь. Вот, но скажу вам так, что если вы собрались дома посушить, думаю, не стоит, потому что запах очень-очень у него такой приличный, да. Дегидратор, даже если есть, то его надо ставить на место проветриваемое. У меня вот стоит в летней кухне, и все равно ты заходишь и чувствуешь запах. Ой, вот такие кусочки прям большие, хорошие. Вот, будут у меня теперь ребятки кушать. Запасик. Легкого не купила, не привезли. Вот, поэтому я приобрела вот желудочек. Но желудок, ну, я чередую, да, я уже показывала, что... Так, вот наши запасы, и трахейка, и жилка здесь, и вот здесь жилка тоже, вот. Здесь у меня вот становая кость, здесь еще уши, но это то, что я приобрела, купила. Эту жилку я сама делала, сушила. Ну и теперь вот уже, смотрите, почти наполняется ведерко вот этой прекрасной штучки под названием желудок. Ну вот, почти полное ведро. Супер, посушилось. Отлично, я довольна. Ждут опять. Ну, подождите, вы же уже получили по вкусняшке. Так, суперски посушилось. Все, сейчас загружу новую партию. И вот почти целое ведро. И оно прям такое вот, во-первых, оно вот такое высушенное, классные кусочки. Ну все, мои ребятки теперь будут с лакомством. Они довольны, а мама так и тем более. Есть что им погрызть. Ну все, пошла дальше работать. Отличненько, запасы есть. Супер.